Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. О сущем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Генесарецкую.
помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриарце Кирилле, о Господине высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Елисее и о всей во Христе братии наши, о чести и чистоте. Еще молимся о братьях наших священниц и священномонасях и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святого храма сего Твоей благодати Его. О, блаженные главы ваши, Господи, вы преклоните. Дайте и с нами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и господина высокопреосвященнейшего митрополита Феодора Волгоградского и Камышинского и господина нашего преосвященнейшего епископа Елисея Урюпинского и Новоаннинского всегда ныне и пресны и во веки веков. Всем и с верою, благовением и страхом Божьим входящих в огонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи.
наши, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Славление Церкви Твоя, сохрани, освяти, любящий благолепие Дом Твоего, Ты тех восславил Божественную Твою силу, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир, мир, и Твоему дару, Церкви Твоим, священникам, воинству, и всем любим Твоим, як и всякое даяние, благо и всяк дар, совершен свыше, не исходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение, поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.